Ребята, я знаю, ролики по Лиге Фиферов не очень вам зашли, но это полуфинал, эмоции будут интересные, поэтому обязательно посмотрите. И также я от вас попрошу проявить активность, поставить лайк под этим видосом и оставить любой рандомный комментарий. Всем спасибо. Также в этом видео будет много мата и бомбежек, поэтому если вам неприятен данный контент, не смотрите. Всем привет, ребята, с вами я, PandaFX, и сегодня на моем канале будет полуфинал Лиги Фиферов. Да-да, кто бы мог подумать, я сливал абсолютно все свои матчи, но в итоге немного подсобрался и занял итоговое 7-е место. И в качестве соперника у меня сегодня создатель данного турнира, Мос Фифа. И это один из самых неприятных соперников, с которым мне доводилось играть в Лиге Фиферов. Очень хочу победить Моза и отомстить его за первое поражение. Это, к слову, его составчик. А у меня вот такие вот красавчики. Акуня, Фернандес, кто это? Зачем я их поставил? Да, кстати, у нас по бюджету 5 лямов лимит. И плюс в команде должно быть 11 разных национальностей. Ну а так, в целом, я надеюсь, этот сквад меня не подведет. Я же совсем забыл, у Моза охерительный интернет, с которым я в прошлый раз коннектился без шуток, наверное, часа 3, блять. Сообщить об оскорбительном контенте. Логотип крысы меня дико оскорбляет. Я настроился, я должен победить. Так, перестраиваемся в защитную схему и полетели. Паум-паум. Все, так вот раскатка пошла, ребята. Смотрите, чекайте. Смотрите, как я умею. Это я немного мозг пытаюсь напугать. Блять, кто там написывает? Стоечка! 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 Да ногой бить! Какого хрена ты головой бьешь? Так, меня уже начинает гореть от этого дерьма. Да-да-да, офсайда не было. Блять! Я в молчаночку небольшую играю, ребята. Сами понимаете, как бы. Полуфинал, все дела, блять. Нет, все-таки я нервничаю, не получается мне сконцентрироваться на все стоит. Фига на вес! Сука, какое говно я сейчас пропустил. Пиздец просто. Блядь, да что такое, блядь? Я не могу пройти его защиту, блядь. Ах, найс, удар головой. Все, первый тайм заканчивается. Ну, у меня практически моментов не было. Да и у Моза тоже. По сути, один момент, один гол. Так, на что тут надеяться? На поясуху, блядь, Адамы? Так, попробуем на весик подать! Ну! Блядь, да все в защитников летит, я не знаю. Подачу. Кто-нибудь. Кто... О, стоечка! Стой! Блядь, да что за ложные замахи ты начал делать? Ну! Ну! Да блядь! Сука! Ёбаный Трауре! Что тебе мешало здесь забить, блядь? Сон! Сон! Бля, я не знаю, все в защитников летит. Я не знаю, блядь! Чё так все плохо-то? Так, надо тактику, наверное, менять свою. Это пиздец, блядь. Я не хочу ничего говорить, блядь. Я не знаю, как люди, блядь, сбивают голы с угловых, блядь, FIFA 20, серьезно. Это какая-то, блядь, недостижимая для меня ачивка. Хорош, 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 какая-то херня залетела. 2-1. Едем дальше. 74-я минута. Давай, Салахич. Толкай. Толкай, хорош. Бапич. Бапич. Бапинский. Дальше. Дальше. Акуня. Акуня! Акуня, блядь! Да сука! Опять перекладина. Блядь, две перекладины, блядь, за две атаки! Что за хуйня? Как только перестроил схему, то игра пошла. Так, угловой. Угловой. Блять, хотел красиво забить, да. Но угловые я бить не умею, и шансов у меня не очень много. Блять, на Трауре перехвати! Все, все в атаку включаем. Супер атакующие, ребята. Вероятно, последняя атака, ребята. А все, в пизду, блять. Все, я проебал. Мост два раза ко мне подошел к воротам и два раза забил. Два удара, два стоп. Найс просто. Первый гол, который мне залетел. Что это, блядь? Что это за хуйня, блядь? Идеальный отскок, блядь, от моего же игрока, блядь. Блядь, ну вы посмотрите, блядь! Что это за хуйня, блядь? Просто, блядь, вы красную дорожку еще постелите! Чего это за пробел, блядь? Все расступились! Это что за хуйня? Как Паулиньо перепрыгивает, блядь, пол моей команды, блядь? Короче, все. Всем спасибо, блядь. Спасибо Мозу за этот прекрасный турнир, спасибо Мозу за прекрасную игру. Всем спасибо и пока.
Ладно, ребята, меня немного подотпустило. Я на самом деле был такой агрессивный из-за того, что у меня была футболка Danger. Да, у меня немного бомбануло, извиняюсь за свои эмоции, но вырезать я ничего, наверное, не буду. Хотя я мог бы, наверное, как-то спокойно подвести итоги Лиги Фиферов, но... Пусть будет, как будет. Ну, как бы там ни было, я за настоящие эмоции, поэтому у меня реально бомбануло. Бомбануло, скорее всего, от того, что я бессмысленно потратил 2 месяца своей жизни на Лигу Фиферов. Бессмысленно в том плане, что я никакого профита не получил. То есть, призовых у меня никаких нет. Мне, наверное, было бы выгоднее спуститься вниз куда-нибудь, там, по всяким Феликсам, Вабонам, и там с ними покатать и выиграть хоть какой-то денежный приз. А так, получается, я в середине встречаюсь с Мозом, вылетаю и вообще ничего не зарабатываю с этого. Но это мои личные проблемы, надо было как-то тактику продумать, но я, дурак, начал хорошо играть и в итоге наткнулся на Моза и проиграл. Проиграл, как мне кажется, незаслуженно, но это FIFA, ты тут ничего не поделаешь. Как бы я не эмоционировал, после драки руками не машут, как говорится. Поэтому это лишь только мои проблемы. Ну и все, ребята, буду с вами прощаться. Активность очень важна. Под видосами с Лигой Фиферов это будет последний видос, поэтому прошу вас оставить любой комментарий. Ставить лайк. Ну и завтра постараюсь выпустить какой-нибудь классный видосик. Все, всех люблю, целую, обнимаю и всем хорошего настроения. Пока.